Τις τεχνολογίες που θα φέρουμε εμείς, наша технология, τη τεχνολογία που θα πάρουμε από εδώ, и с вашей стороны, вашу технологию, ώστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν προϊόν εκπαιδευτικό. Мы будем производить самые хорошие оборудования для обучения. Σύντομα ελπίζομαι να καλύψουμε όλη τη Ρωσία. Надеемся, что скоро не только в Нижегородской области, με αυτά τα προϊόντα που θα γίνουν εδώ, то, что мы будем здесь производить, мы обязательно всех соседей подключим. Θα βάλουμε όλες τις περιοχές για να αγοράζουν από εμάς. Και όχι μόνο εδώ, αλλά εμείς έχουμε σε 17 χώρες γραφεία και γιατί όχι να τα στείλουμε και στο εξωτερικό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά σαν Έλληνας με τη συνεργασία αυτή με τους Ρώσους αδερφούς μου. Как Грег говорит, то очень рад, что я начинаю сотрудничество с русскими. Все доброго. Мы сейчас еще увидимся. То, что умный дом. Умный дом, технологии. Вы тоже у нас были, Валерий Павлович, видели эту технологию. Сейчас уже мы готовы к тому, что будем не только учить детей, но и производить это оборудование, эту лабораторию. С помощью учащихся педагогического коллектива все освоили эти технологии, готовы теперь обучать других и делать это оборудование для других образовательных учреждений. Так, куда дальше? Все, ведите, сейчас болеет, осторожно. Угу, так, аккуратно. Итак, от стенда от профессионального образования к производству гости форума двинулись дальше по экспозиции. И сейчас мы подходим к стенду Арзамасского района. Здесь представлена экспозиция завода имени Фрунзе. Стенды соседних регионов, в частности, Пензенской области. И именно сюда мы сейчас и подошли. Коллективные экспозиции. Каждый раз участвуем. Здесь собрали мы и представителей государственных предприятий, которые выжили и хорошо развиваются и в направлении разработки для промышленности, и для частного бизнеса, и частный бизнес. Причем одна из компаний, частная, небольшая, используя наши новые технологии ГЛОНАСС, использует всю линейку технологий, делает сама и обеспечивает в том числе наши бюджетные учреждения. И в бизнес вышло. Да, и аппаратуру, и программное обеспечение, и услугу обеспечивает полностью. И вышли за пределы области, выигрывает. Честно выигрывает конкурсы, очень хорошо работает. Представлены крупные предприятия атомной промышленности здесь. Поэтому... То есть означает ли это, что мы от GPS отказываемся и спокойно переходим на ГЛОНАСС? Я не думаю, что нам отказывают, но у нас точно есть возможность перейти. Да, и я думаю, этот переход будет... Он будет развиваться, эта система будет, потому что она начинает с локальных каких-то задач. Задачи были. Будут задачи, будут решения, будут конкурентные преимущества, мы будем выигрывать. Пойдет, когда будет информационная масса, информационная база, тогда можно спокойно переходить. Торгово-промышленный палат хорошо участвует. Да, все хорошо. Помимо промышленной экспозиции здесь представлены и разные организации. В частности, сейчас мы подходим к стенду Нижегородского морского клуба. И нам расскажут об этом интересном проекте. Приглашаем вас на стенд Нижегородского морского клуба. Дело Петра, которое мы утвердили на фактическом совете, действует в этом году.
Экипаж яхты «Барракуда» прошел 1800 миль на Балтийском море, занял первое место в регате «Барка Крузенштерн». И вот продолжение. Мы не вечные, и наша, говорится, задача вырастить новое поколение моряков и речного флота, и морского флота. Поэтому в этом году, по вашему решению, мы открываем навигацию школу. Это то, что сделал Петр I после постройки российского флота. Вторым мы, Валерий Павлович, приглашаем вас на открытие навигацкой школы. После Петра I, вторым Валерий Павлович. Конечно, Григорий Алексеевич, вас тоже. Поэтому это очень важно. Сегодня здесь находятся наши ребята, которые в средней школе номер 6 Ленинского района именно желают стать хорошими, умными, грамотными, сильными моряками. Молодцы. Поэтому есть предложение. Вот это что такое? Это вот оптимист, нет? Да. Это значит... международный класс оптимист. Яхта, которая позволяет выступать на чемпионатах мира, Европы и чемпионатах России. Это яхта международного класса. Можно местечковый вопрос? Вот он производится в Москве, да? Да, это завод «Политерма» в Подмосковье. Здесь, по-моему, тоже, в общем, где-то нечто аналогичное, да? Это сертифицированная лодка. Для того, чтобы выйти на производство, для этого необходимо сделать ряд действий. То есть получить лицензию, это стоит, ну, приличных денег. Это стоит получить сертификат международный. Нет, и... я к чему? Вот у нас пойти в магазин и просто купить вот для себя невозможно. Это невозможно. А нужно сделать так, чтобы это было возможно. Понимаете, я почему заговорил об этом? Это вообще ширпотреб, это корыто, которое вообще любое маломальское производство может наклепать вообще сколько угодно. Да, Дзержинский потом в этом самом, вот где это лыжная база, это Иваново. Хочу доложить вам. Богородская. Богородская могут клепать, понимаете? Да, и не только в Арзамасе. Сегодня есть программа, вот то, чтобы массово сделать. То есть мы участвуем в программе Всероссийской Федерации парусного спорта, которая позволяет нам купить одну лодку и получить одну вторую в подарок. И мы уже к весне этого года хотим... Эта лодка стоит 75 тысяч рублей. Если говорить о двух, то это уже 37 тысяч. 37 получается за одну, если покупаешь две. Ну, вообще, в принципе, вообще. Мы обратились в адрес министра промышленности Нижегородской области для того, чтобы была создана программа благотворительной промышленности Нижегородской области, Нижегородскому парусу. Давайте вместе подумаем, что можно сделать. И вот базу, которую мы наметили развивать, ее можно насытить любыми атрибутами и спокойно произвести все. Такая промышленность, что здесь вообще... Давайте подумаем. И сертификаты получим, и лицензии получим. Еще есть проект второй, который мы хотели бы вам представить. Это большой парусный центр, который мы хотели бы построить в Нижегородской области, который позволит готовить спортсменов для национальной сборной Российской Федерации. Есть уникальный объект, созданный природой. Это Затон, 25 лет активный. Значит, там может расположиться база учебная, которая станет образцом и украшением города Нижегородской области. И здесь есть возможность готовить начинающих спортсменов, спортсменов высшей квалификации. Этот объект должен стать достоянием парусного спорта Нижегородской области. Просим поддержать. Делайте бизнес-план, приносите на градостроительный совет, на инвестиционный, будем решать. Валерий Павлович, еще ребята хотели бы с вами поздравить. Сейчас мы видим, как молодые морские волчата фотографируются с губернатором Нижегородской области Валерием Павловичем и полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Григорием Алексеевичем Рапотой. Эта фотография у них останется на долгую память. Говорите, оптимист.